Сегодня мы присутствуем на торжественном мероприятии, посвященном открытию памятника жертв Холокоста. Здесь во время войны было сожжено заживо 25 тысяч евреев. Я благодарен Богу, что наша организация «Крылья славы» тесно сотрудничает с организацией бывших узников концлагерей и гетто. Я благодарю за то, что мы имеем возможность помогать этим людям, молиться за них, а также просто быть рядом, когда им тяжело. Спасибо этому городу, спасибо руководителю Роману Марковичу Шварцману, который возглавляет эту организацию. Боже, спасибо всем, кто принимает в этом участие. Холокост – это наша беда. Не только евреев, а всех людей. Мы помним тех, кто погиб тогда, в годы ужасных дней. Холокост в Одессе – это массовые убийства еврейского населения Одессы, Одещины и городов Приднестровья. По данным переписи населения, в 1936 году в Одессе проживало ориентировочно 133 тысячи евреев, приблизительно треть населения города. 19 октября 1941 года оккупанты совершили страшное преступление. Часть задержанных была загнана в пустые пороховые склады на Люсдорфской дороге, и там живьем была сожжена. 22 октября одесские подпольщики совершили диверсию, подорвав оккупационную комендатуру, где было ориентировочно 60 солдат и офицеров. Ответом на это стали жестокие репрессии. Было убито приблизительно 5000 заложников, большинство из которых были евреями. Новый комендант Одессы, генерал Тресториану, в своем обращении сообщил: «Я принял меры для того, чтобы на площадях Одессы повесить евреев и коммунистов». 17 по 25 октября 1945 года было уничтожено от 25 до 34 тысяч одесского населения, в основном евреев. Мы говорим, что Освенцим – это катастрофа западного еврейства. Бабий Яр – это катастрофа восточного еврейства. И все вместе составляет 6 миллионов погибших евреев. Это дети, это женщины, это старики. Это 6 миллионов, из которых 1,5 миллиона украинских евреев. 75 лет назад. Сегодня 75 лет, как случилось то несчастье, о котором уже сегодня много говорили, погибло здесь, на этой территории, в этом самом месте, десятки тысяч людей, только лишь по одной причине, только лишь потому, что они были людьми одной национальности, людьми, и они были евреями. Добрый день, уважаемые сограждане! Здравствуйте, дорогие ребята! Которых я прошу внимательно меня выслушать, особо внимательно. Внимание. Андреич, хочу рассказать тебе, дорогой, всю истину и всю правду того, что было пережито мной в Одессе во время в период оккупации. Я родился здесь, в Одессе, в 25-м году. Я коренной одессит. И к началу войны мне уже было 16 лет. Я все прекрасно помню. Выдумывать и придумывать мне нет никакого интереса. Здесь я защищал этот город. Я помогал разбирать развалины, когда бомбили Одессу. Здесь я провел тяжелые годы оккупации. Здесь погибла вся моя семья. Сейчас мы стоим на этом скорбном месте, где в старое царское время еще были построены военные склады. Это были такие низкие приземистые помещения, потому что автомобилей тогда не было, а все было на конной тяге. Вот сюда нас загнали из тюрьмы, и когда мы вошли на это место, а вошли мы с ворот, они стояли напротив как раз того места, где мы стоим. Я нес своего 5-летнего братишку на плечах. Тут сумка какая-то у меня была. Мама несла Годовалову, сестричку. А мамина сестра, тетка,
с двумя еще моими сестрами шли. И соседи со двора, товарищи, с которыми я дружил, с которыми играл в футбол, с которыми учился. Когда нас загнали туда, а здесь страшно, что было. Ну что, шла еще одна колонна. Солдаты бегали, это уже было под утро дело, потому что где-то ближе к рассвету. Солдаты бегали с этими фонарями летучие мыши. Офицеры их там давали команды. Детей отрывали от родителей. Стариков отрывали от их детей. Ну, что еще? Ну, трудно так передать. Только кто пережил, сейчас уже тяжелые воспоминания после 75-летней давности. Время все стирает в памяти, но основное все остается. Вот сюда нас пригнали, когда мы вошли, его сорвали у меня с плеч, ударили меня чем-то в спину, то ли прикладом, то ли сапогом, то ли каким-то другим предметом. И отшвырнули в сторону, где была группа мужчин. Я был рослый парень уже спортивного сложения. Через время нас пригнали сюда и провели, значит, склад самый крайний. Здесь в основном были мужчины, так они старались мужчин отделить. И старики, естественно. Ну, здесь были не только евреи, здесь я видел гражданских лиц. Видел одного офицера, он был виднокадровый офицер, потому что он был в синих галифе, на босу ногу и в гражданском пиджаке. Видел моряка перевязанного, и голова, повязка в крови, и, значит, на повязке рука. И другие были лица, ну, естественно, русские. Понятно. Лица от еврейских отличаются, это, значит, скрывать не будем, были. Но общее число советских людей или гражданских лиц, которые, значит, погибли здесь по отношению к еврейскому, не такое уж велико. Когда подожгли склады, так с край крыши были деревянные стропила, край крыши обгорел, образовалась дыра. Ну, все ринули туда, я здоровый, крепкий парень, и я туда. А за бараком, сразу за этим складом, была колючая, это просто колючая проволока, которая очерчивала границу склада. Там было поле кукурузное, но уже початки сорвали, были только штурпаки. Я между этими штурпаками, как заяц, пробежал, не знаю, это поле, сколько, ну, 600-700 метров, и там в посадке, как говорится, замертво упал. Я слышал скрики раненых, я слышал падение тел. Когда я оглянулся, то остальные бараки уже пылали, пылали. Вот так фашисты решали свою проблему, которую не назвали окончательное решение еврейского вопроса. Ну вот это моя такая биография. Потом были тяжелые годы оккупации, который я здесь перенес. После освобождения Одессы сразу ушел в армию. У меня в красноармейской книжке записано 11 апреля. Прошел всю Европу, был ранен, закончил войну в Чехословакии. Ну, сейчас уже старый дед, 91 год. Но есть крепкий. У меня трое правнуков. Вот. Стараюсь жить, стараюсь быть полезным людям. Спасибо вашей организации, что вы нас не забываете, что вы о нас помните, что мы дружим, что вы нам помогаете. Дайте одну. Ламнацеях мизмар ледовид, янху адиной байом цоро, ясагев кошем элой яков, ишлах изрехо микойдуш митион исодехо, искор кол мин хосеха валох ядаш несело, итен лехо кельбавеха вхолецовски емале, герану на бишо асехо, вшем элойну нидбу, емал адиной кол мишал асехо, ату юдати, ки ойши адиной мишихо, янейву мишмей кодшо бигурас еше мина, אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם אדינוי אלינו נזכיר. היי מוקורו ונפולו ואנחנו קמנו ונסוידו את אדינוי השיבה, המלך ינינו ויום קרינו. פוסקאי פסיבישני חרנית נשא גסודסטו, פוסקאי פסיבישני חרנית סי נרודו ותמירי, פרוסימו ותת פרזניק סוכות, פוסקאי בודית מיר ובנשם גסודסטו ובסיום מירי, ניקדה בולשי ניפפטריצה תושטו ביבה 75 לצם נג'ת. פסיבו בלשם. Во-первых, вам очень благодарны, вот вы Шалимовы,
Светочка и Александр, то, что вы всегда отзываетесь на наши просьбы, помогаете нам и морально, и материально. И вот то, что вы сегодня присутствуете на нашем этом мероприятии, которое связано 75 лет Одесскому Бабьему Яру. Это здесь было в 1941 году, в октябре месяце, именно в эти дни. Сегодня, это было 19 октября, 20 по 21 фашисты сожгли, это румыны, сожгли 25 тысяч еврейских детей, стариков, женщин в этом, на этом месте. Тут были пороховые склады, и тут сжигали. И то, что вы сегодня к нам приехали, мы вам очень благодарны. Вы все-таки такую даль с Николаева сюда, ради того, чтобы побыть с нами. Это вы наши друзья, мы вас спасибо, все любим. Спасибо. И передавайте привет нашим немецким друзьям, спасибо, которые нас тоже поддерживают, помогают, и тоже морально, и материально. Спасибо вам и спасибо им за все, что вы делаете для людей. Дай Бог вам всем здоровья, удачи и всего доброго.